Доброе утро, страна! Сегодня мы будем делать с нашей дружной компанией маленький такой закусочку маленькую. Яички фаршированные в скумбрии, с сыром мягким и со сметанкой. Сперва нужно правильно разделить вареные яйца на равные половинки и отделить желток. Бери вот так вот. Пополам. Вот так вот. Раз. Желток. Да, вот просто приклеился. И сюда все бросать. А если не приклеился? Ну, аккуратненько положим. Пока Саша, Маша и Миша пытаются сделать все так же аккуратно, шеф-повар дает Сереже не менее трудное задание. Ты бери редисочку, и вот я тебе сейчас порежу тоненько. И вот бери просто вот соломкой. По два, по три штучки. Пока в это, а я порежу нашу рыбку. Рыба отправляется в емкость к желткам. Туда же Маша добавляет укроп и петрушку. Берем, как бы перемешиваемся. Надо желток раздавить. Она копченая? Она, да, копченая. Теперь добавляем сметану. Немножко. Надо. Почему? Потому что сыр у нас творожный, он густой. Пополам добавили. И также все перемешиваем. Пока старший брат раскладывает начинку, Миша порезал половину яйца, и шеф-повар сразу придумал, что делать с этими соломками. Ты будешь так кушать, что ли? Нет, надо посыпать сверху для оформления. И вот наша закуска, яички фаршированные скумбрию с сыром, готовы. Приятного аппетита, друзья!